Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Теперь страна состоит из 89 субъектов, а численность населения выросла на 8 миллионов 800 тысяч человек. Также сегодня президент назначил временно исполняющих обязанности глав ДНР и ЛНР. Ими стали Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Соответственно, в Рио губернатора Запорожской области Евгений Балиский, Херсонской Владимир Сальдо. Напомню, 30 сентября состоялось историческое событие. В Кремле прошла церемония подписания 4 договоров о принятии новых субъектов в состав России. Перед этим провели референдумы. Жители освобожденных территорий голосовали в течение 5 дней. ЦИК организовал участки и в регионах нашей страны. За присоединение было подавляющее большинство избирателей. Президент объявил, что люди на референдумах сами сделали однозначный выбор. Владимир Путин призвал киевский режим прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров, но итоги референдумов обсуждению не подлежат.